Сегодня утро у нас началось отлично. Со слов James Bond is waiting for you. Зашла девушка с ресепшена и сказала. Это значит, что мы едем сегодня на острова Джеймса Бонда, или остров, или острова. А сейчас у нас первая точка. Это Monkey Temple. Тут должны быть обезьянки и темпл. Есть собака. Собака пока только есть. И лежащий Будда. Сказали не трогать обезьянок, иначе они покусают. За вещами своими самими следить. Это Light Cave. Это Dark Cave. Тут знаменательно, что русские, наверное, приезжают. Don't write anything on the rock, please. И вот Обнин, пожалуйста, Беску, что-то там. Все, он Казань тебе написала. Ага. Москва, Молдова. Да, неплохо. Очень разноцветная, симпатичная. Мало надписи Казань. Собрались инкарнацию наверх, а тут ничего нет, кроме надписи на скале. Может быть, есть вид отсюда? Есть. Джик. О, ну, тут, конечно, неплохо. Обезьян нет, голуби есть, лунного камня тоже нет, много камней есть, но лунного нет, Ваньки. Придется искать дальше. Дерево, конечно, хорош. Такое ощущение, что даже не одно, а их тут много сросшихся деревьев. Такое вот. Мы потеряли наш автобус. Где он? Нет его. Нашлись. Никого не потеряли. Все есть. Розовые. Хорошо, что у нас классные попутчики. Да. Садимся на лодку. По 4 в ряд. Нас начинают уже переворачивать налево. С этой стороны еще никто не сел. Ух, будет прекрасное приключение. Так выезжаем на острова Джеймс Бонда. На такой лодке.
Еще пещера. Сказали, что в пещеры внутрь нельзя заплыть, потому что уровень воды слишком высок. А так поплавали вокруг острова. Наши знакомые ребята где-то потеряли там утопили телефон. Что надо будет у них узнавать, как им это удалось. Мы плывем на острова Джеймса Бонда. Сейчас все покажу. Джеймса Бонда. Ленку чуть не потерял, но сейчас найду. Оп! Вот так вот. Людей здесь, конечно. Все только приплывают. Так, ну что, надо делать фотки, что тут вам снимать. Все, насмотрелись, смотрите, на паузу поставьте. Бам! Надо доставать его. Какие мы знаем сводки про остров Джеймса Бонда? Здесь в 1974 году снимался фильм Джеймса Бонда «Человек с золотым пистолетом». Ну, Бондианы. Бондианы. Ну, наверное, это все, что можно про него сказать. Можно его показать. Вот он. Достаточно красиво. Так, нам сейчас еще предстоит лазить по лодке. Мы припарковались, лазили по лодке, чтобы выйти с ее носа. Сейчас предстоит нам с носа залазить обратно. Ну, еще хорошая новость, что тут накручивают цену на базаре неимоверно. Предложили за 1200 бат камешек. Я сказал, что не хочу. Говорит, ну предлагай сколько? Я написал, 200. Говорит, о нет, давай 400. Я говорю, нет, 200. Она показывает на такой похожий же. Говорит, ну давай 300. Нет, 200. И продала за 200. Ага. Остался еще один остров. 5 минут и отправляемся. Едет еще с нами. С нами еще ездить решил. Хорош. Сможет переплыть на тот берег или не сможет переплыть, пока еще не договорились. Скоро плывем. Везде таблички, купаться запрещено. Все как всегда. Победали. И еды уже не осталось, остались только останки и вода со льдом. Так вообще вкусно поели. Креветочка, курочка, супер. Супер.